Прошу, мне не к кому обратиться. Ты не поможешь мне? Что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу. Тем более идти за ней. Ты поможешь? Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя. Похоже, они затеяли охоту на что-то крупное.
Если я избою, это еще не значит, что я не пройду. Скоро праздник. Даже не верю. Извините, Мэтан. Увидит. Наверняка он будет меня ждать. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мед. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь. Особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Тебе вроде нужен нитемет. Но я готов тебе его сбагрить. Ну, вроде все обсудили. Ладно, увидимся. Дождь закончился. Звери вылезают из укрытий.
память слишком короткая. Великая мать отвернулась от машины. Мы должны пожалеть ее. Ведь именно из-за этого они лишились рассудка. Благослови тебя, богиня. Для этого нужно подойти поближе. Thank you.
Похоже, это Арана. Она в опасности. Можно с тобой поговорить? Я хочу поблагодарить. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Как ты здесь оказалась? Я шла по следу падальщика. Почти догнала, но меня заметил рыскарь и позвал своих. Великая мать. Неужели у меня не хватит мастерства, чтобы вернуть копье? Отец за тебя очень волнуется. Да он волнуется, даже когда мне надо по нужде в кустике отойти. Он не хочет тебя потерять. Я знаю. Просто лучше он орал бы на меня поменьше. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он ненарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Я поищу копье. Правда? О, спасибо. Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Живучая травка. Ты мне пригодишься.